уточнить по поводу сроков проведения реконструкции тех работ, которые были осуществлены на биологических речных сооружениях у Коммунащик и на локальных речных сооружениях предприятия «Артекс». Значит, я согласен с тем, что эффективность очистки далека от запланированной, от проектной, которую закладывали при проектировании до начала всех работ. Оправдываться и говорить, все специалисты, кто докладывал, прекрасно знают нашу ситуацию, почему так происходило. То, что для этого нужно время, это тоже прозвучало. Но когда на завершающем этапе реконструкции у нас был загублен ил одним только, одной подписью, но, к сожалению, мы не волшебники, мы сделать против этого в тот момент ничего не могли. Нам понадобилось полгода для того, чтобы хозбытовые стоки, которые необходимы для смешивания и последующей очистки стоков, которые сбрасываются в реку Плоскую, получить обратно. Пусть даже не в том объеме, в котором предусмотрено проектной документацией, но мы получили их, вот уже прозвучало это, в июне месяце. У нас сейчас начало августа. Как наращивается ил, я специалистам объяснять не буду. Мы сейчас работаем над тем, что завозим пилососами с городских очистных сооружений ил. То есть предпринимаем все меры для того, чтобы в самый короткий период времени исправить ту ситуацию, которая губилась месяцами. Но в один день мы этого сделать не можем.